Широко известно, что мусульмане – это щедрый и гостеприимный народ. И это неспроста, так как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах аль-джавад», то есть щедрый, и он любит щедрых. Сейчас время поста, а значит, есть шанс на прощение от Аллаха, субханаху ва тааля. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто накормит постящегося, тот получит такую же награду, как тот, кто держал этот пост». При этом награда постящегося ни насколько не уменьшится. Я призываю в первую очередь себя, а затем и всех вас, чтобы мы проявляли щедрость и гостеприимство в этот благородный месяц, в этот месяц Корана, поста и щедрости.